Сборная Краснодарского края, утомленная солнцем. На этот раз ради победы в финале команда КВН «Утомленные солнцем» была готова на все. Итак, Великий Устюг, резиденция Деда Мороза. Я не знаю, тебе не видеть. Быстрее лечите мешок с письмами. Вот, ну, он, вот, давай что. Что здесь есть, что здесь есть? Отлично, нашел. О, письмо от команд РУДН и Пятигорск. Дорогой Дедушка Мороз, хотим стать чемпионами. Ручку быстро! Хотим стать чемпионами 2000 не этого года. Стойте! Письмо Эрнста! Отлично! Дорогой Дедушка Мороз, хочу, чтобы новогодний эфир был самым веселым. Константин Львович, ну какой дедушка, когда есть друзья? Павлик работает. А мы продолжаем веселый новогодний эфир. Итак, встречайте, победитель реалити-шоу «Голод» Василий Шандыбин. Молодец, Ёська, отработал как надо. А у нас новогодний спецвыпуск передачи «Форт Боярд». «Форт Боярд, Боярд». Форт Боярд. Леонид! Ермольник! Отдайте ключи карлику. Форт Боярд! Боярд! Итак, вы прошли все испытания, и у вас осталась последняя комната. За седьмым ключом должен пойти самый сильный и ловкий. Я пойду! Выбор очевиден. Лена, что там? Здесь львы! Убей их! Что дальше? Иди направо! Здесь слон спит! Лена, ключ под слоном! Что дальше? Вставь ключ в отверстие! Вставила! Что происходит? Слон проснулся! Лена, Лена, беги в красную комнату! А, здесь здоровый мужик с топором! Убей! Убил, что дальше? Лена, что с голосом? Все нормально, но я не могу идти дальше! Что? Что там, Лена? Здесь какой-то маленький паучок с лицом хомячка. Отлично, она нашла зеркало. Мы выиграли! Yes! А спонсор нашего выступления – зубная паста «Солдат». Зубная паста «Солдат». Ваши зубы прослужат вам ровно 2 года. Супер, класса, супер! Что такое? Что такое? Ребятушки, отпустите меня, пожалуйста. Мне еще детишек поздравлять нужно. Я исполню ваши любые желания. Да? Так, я хочу. Я придумал. Я хочу увидеть нашу команду через 10 лет. А? Исполняю. Год 2014. Офис первого сочинского олигарха Михаила Сергеевича Галустяна. Собственно, ох, дождь. Так, собрались. Да что такое, а? Ну что, как можно было проиграть в 2003-м финале этим Рупигорску и Муредену, а?
Как можно было проиграть в год обезьян? Да, это был ваш год. Как? Просто не было огонька в глазах. Нет, просто ты не поставил нам пятерку, Камолов. Ух ты же. Да, сбросить бы сейчас грамм 300, лет 10. Да порвать бы всех, а? Да что там? А можно теперь мое желание? А нужно? У меня личное. Я всю жизнь мечтала, чтобы... Исполняю! Теперь мое желание. Это желание я исполнять не буду. Что? Веревку кляп. Стоп! Исполняю! Ладно, дед, а можно мое желание? Ну да. Не надо, я сам. В канун Нового года я хотел бы лично поблагодарить нашего генерального спонсора. Спасибо вам, люди, отдыхающие на курортах Краснодарского края. Супер! Класс! Подождите. Сегодня, кроме Нового года, еще одна дата. Дело в том, что сегодня исполняется ровно 5 лет, как наша команда играет в КВН. И согласитесь, что 5 лет – это уже срок. И откроют врата для нас, и отпустит нас Первый канал, а мы последние шутки в пас. Доиграем свой третий финал. А ты, начальничек, не томи, не спеши ты нас гнать домой. А утомленные солнцем мы, а не этой прекрасной игрой. А подожди, я не все сказал, да и он как-то не просил. Мы не злимся, что не отпускал. И спасибо за то, что впустила. Не седая еще голова, но я, мама, уже старик. А я твои мамка 22, да на все выгляжу 23. Опа! А КВН у меня в крови, или может к нему я привык. На груди в профиль белый кивин, на плече синим цветом мобик. Да ты глянь-ка, Мишаня, зал, там Чебурин уткнулся в экран. Андрей! А ведь он бы сейчас все отдал, чтобы в белый пиджак догнал. А ты наяривай, мой родной, подпевай веселей, командир. А я теперь на всю жизнь смешной. Львович, все, выпускай нас в эфир.